Всех приветствую, продолжаем притчи о Джина-Средине. Притча называется «Надоело». Однажды муле Насреддину приснилось, что он был в раю. Красота вокруг, тихая долина, птицы поют, солнце восходит, а он один и под деревом. Правда, вскоре он начал ощущать голод, а вокруг никого. Райское одиночество, никто не мешает. Однако вскоре ему все это надоело, и он крикнул: «Эй, уважаемые, есть тут кто-нибудь?» И явился к нему очень красивый человек и сказал: «Я к твоим услугам, да буду я жертвой за тебя. Что не прикажешь, все исполню». Насреддин для начала попросил поесть, и вмиг все исполнилось. И чего бы он ни попросил, все вмиг исполнялось и в самом деле. Уж он наелся, напился, отоспался, ну, чего бы еще ему. Красивую женщину попросил, и вмиг доставили ему Гурию, небесную деву, кровать с лебяжьей периной, и была ему кровать. И вот так продолжалось несколько дней. Но долго очень хорошо, уже нехорошо, и все бы слишком хорошо, и всего слишком много. Долго вытерпеть он так не мог. Он стал желать какое-нибудь несчастье, так как все было слишком уж прекрасным. Ему захотелось какого-нибудь напряжения, труда, так как за всю жизнь он не был без напряжения, без чего-либо, из-за чего люди переживают, печалятся. Все было просто невыносимо блаженно. Тогда он позвал того, кто исполняет желание, и сказал ему: «Нет, хватит, это уж слишком. Мне бы какой-нибудь работенки. Знаешь, страшно надоело сидеть вот так с пустыми руками». И тот, кто все исполняет, сказал ему: «Я могу сделать все, кроме этого. Здесь невозможна никакая работа. Я готов дать тебе все, что только пожелает твоя душа. Да и зачем тебе работа?» Мулла сказал: «Да надоело, понимаешь? Надоело. Уж лучше в ад отпустите, если здесь нет никакой работы». Тот, кто все исполняет, смеялся до изнеможения и сказал наконец: «А где же ты, по-твоему, находишься?» Вот такая притча, она называется «Надоело». Пока-пока, до свидания.